всему познавших истинную ценность, и вы поймете, прошлого заметки вовеки не утратят современность. Пятый международный фестиваль Содружества национальных литератур «Красная гора» пройдет в Оренбурге с 24 по 26 мая. Открытие состоялось в библиотеке имени Крупской, на котором собрались известные литераторы многих городов. В рамках открытия поэты приняли участие в акции «Стихи на асфальте», где юные художники и дизайнеры украсили советскую отрывками из стихотворений. Вот когда сотрясались основы, и все было словно назло, я выжил, и вечное слово вернулось ко мне и спасло. Это Ян Бурн. Мне вот это стихотворение тоже понравилось. Оно как бы само ко мне пришло. Написать свои мысли на асфальте не отказались и именитые гости Красной горы. В их числе автор знаменитых песен, как «Упоительны в России вечера» и «Девочка моя», поэт Виктор Пелинягре. В качестве гостя, в качестве выступающего, благодаря Виталию Молчанову я приехал, буду танцевать, показывать карточные фокусы и петь свои песни. Сегодня я буду выступать в президентском кадетском корпусе. Балы, красавицы, гвардейцы, юнкера. Как упоительно в России вечера, ты же понимаешь. Ну, ни для кого не секрет, что живем мы в провинции. Но на наш фестиваль приезжают звезды не только русской, но, скажем, и мировой литературы. Вот живые примеры. Всем жителям, которые хоть маломальски интересуются литературой, будет очень интересно и очень здорово побывать на этих вечерах и встречах. Тем более, билеты мы не продаем, денег за это не просим. На открытии поэты прочли свои лучшие стихотворения прямо на Советской. И люди, спешившие по своим делам, останавливались, слушали и становились частью фестиваля «Красная гора». Поверьте смело, чтиво пошлый студень, лет нынешних вы оттолкнете сами. И модные сегодня лабутены, девичьи туфли с красной подошвой, давно известные и несовременные. Так выглядят обычные калоши. Ну, пожалуй, наверное, современность заставила меня написать это стихотворение. Обратить внимание молодежи на, наверное, фальшивые ценности, которые сейчас популярны. В рамках фестиваля «Красная гора» в библиотеках и учебных заведениях пройдут творческие встречи, литературное шоу «Актеры против поэтов», мастер-классы и многое другое. Ознакомиться с программой мероприятий можно на сайте «Культура Оренбуржья». Наталья Богданова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.